Вот еще один очень важный момент забыл сказать. Надо было это снять, когда я внизу был. Вот обратите внимание, вот конец, одна заглушка одного конца водопонижения. Вот она идет так, туда, поворот, там насос, на нем двойник. Вот это одна ветка сюда шла, вторая пошла туда, и там второй конец. Все, здесь вот кусок без водопонижения был. И вот именно в этом углу лужа, если видно, вот граница сухого. И вот пошла граница этого мокрое пятно. Здесь в самом углу, где вот стоит нивелир, там вообще, там вот виброплиту пытались вытащить. Он доехал до сюда, и все, он уже ушел туда, в болото. Так что имейте и это в виду. Миксер приехал. И тоже заехал аж туда и стоит. Хорошо вовремя подскочил. Не, ну может быть ничего бы и не произошло, но все равно стоять возле обрыва, выставить на самом краю обрыва лапы и пытаться там... Ждут. Супер инструмент. Утюжок. Идет дело. Сказали 10 кубов. Ну не знаю, не знаю. Может так с запасом просто. Идет работа. Шесть рук, шесть ног. Тот там скрылся, а во, уши торчат. И шеф вон на уголочке присел. Ой, блин. Можно этот язык учить? По-моему, не хватает бетона. Что-то он руками махал только что. Ёлки-палки. Так тут еще вон... Вон еще кусок. 20-30 готов. 20-го... Шеф звонит вам, наверное, заказывает еще добавочки. Неужели точно чуть-чуть не хватает бетона? Вот дела. Вот тут совсем чуть-чуть. Может, бетономешалкой нашей нам миксуют? Ну вот, все, ребята, основание залили, размазали, разгладили, три раза поцеловали, до завтра оно застынет, и будут ложить уже, завтра уже будут ложить, так сказали, арматуру и лепить опалубку для стен. Все.